В рамках акции «Одна страна, одна книга» отобрано 30 книг по 5 жанрам – поэзия, проза, драматургия, детская литература и перевод. Данный список вошла книга известного казахстанского поэта Жумикена Нажмиденова «Менен Казахстаном». В городской модельной библиотеке села Красный Яр организована читательская конференция «Танер Сейе Тавельсиздык». В стране проходит большая акция «Одна книга, одна страна». Это приобщение современного подрастающего поколения к книгам, своего рода питание молодежи сокровищами художественной литературы. На мероприятии читателям будет представлен сборник стихов казахского поэта Жумикена Нажмиденова «Менен Казахстаном». В ходе мероприятия любители литературы поделились своим искусством и прочитали наизусть стихотворение Жумикена Нажмиденова. Они близко познакомились с творчеством поэта и поделились впечатлениями. Также проведена выставка, посвященная акции «Одна страна, одна книга». Жумикен Нажмиденов – великий человек, каких ранее не было в казахской поэзии. Он был первооткрывателем нового мышления того времени. Главная особенность его стихотворений – философская борьба. В его поэзии в одном месте переплетаются 4 философских направления. Можно сказать, что его стихи четырехстенные. Мероприятие завершилось исполнением песни «Атамекен» деятелям культуры Республики Казахстан Токеном Ильясовым, Назира Балташева, Умсундук Наурызбаева, Марат Ахмеджанов, Дидар Умрзак, Кукши Акпарат.